Я хочу поговорить с тобой сегодня о яйцах. Очень часто слышу о том, что яйца вредные, что нельзя ни в коем случае есть больше 2-3 яиц в неделю. А другие говорят, что якобы белок из яйца полезен, а желток из яйца очень вреден. Открою маленькую тайну. Белок, содержащийся в яйце, не будет усвоен твоим организмом, если он будет употреблен без желтка. И еще одна маленькая тайна. Дело в том, что фактически весь белок содержится в желтке. Белок, по факту, который находится в желтке в виде так называемой белой субстанции, это околоплодная жидкость, которая нужна в будущем будет для зародыша. И так называемый альбумин, который содержится в яйце, именно в белке, он не усвоится нами, если его не сварить или не пожарить. И опять же, если мы уберем желток, то белок не усвоится. Еще один момент хочу отметить. Дело в том, что некоторые думают, что якобы холестерин, который мы употребляем, вреден. Если мы не будем есть холестерин, то наши гормоны половой системы и эндокринной системы начнут работать очень плохо, потому что их работе помогает именно холестерин. А в сутки человек должен употреблять не менее 1200 мг холестерина. Вы можете это найти в интернете, и любые научные источники об этом говорят. Так вот, в яйце, в целом яйце, содержится 200 мг холестерина. И только 0,5% от этого холестерина считается так называемым вредным. То есть получается, что в одном яйце у нас содержится в среднем 100 мг холестерина. Даже не 100, а 10 миллиграмм холестерина. Значит, если мы съедаем в день 1200 грамм холестерина по норме, то нужно съедать в среднем 12 яиц, чтобы они стали вредными. Хочу сказать одно. Ни в коем случае нельзя есть больше 10 яиц в день. Вот это, возможно, станет вредным. Опять же, в том случае, если у тебя есть генетическая предрасположенность к накоплению холестерина. А об этом ты можешь узнать от своих родителей и родственников.